Так надо разрешение сразу побольше поставить. А то сейчас будет. Блять, я аж реально это. Не-не, Postal не будет, Portal. Postal я не любитель. Как бы так. Так. Настройка разрешения native, да. Да, начать. Блять, мышка медленно поворачивается. Чувствительность. Можно вот так вот хотя бы. Ну вот, покомфортнее стало. Так. Добро пожаловать в компьютеризированный экспериментальный центр при лаборатории исследования природы порталов. Мы надеемся, что ваше кратковременное пребывание в камере отдыха доставило вам положительные эмоции. Анализ особенностей вашего организма завершен. Мы готовы приступить к опытам. Перед началом исследования толчок-то. Хотя основным принципом экспериментального центра является обучение в игровой форме, мы не гарантируем отсутствие увечий и травм. Из соображений вашей безопасности и безопасности окружающих, воздержитесь дотрагиваться до чего бы то ни было вообще. Por favor, pardon, de falar, muchas gracias, de falar, gracias. Приготовьтесь к открытию портала. 3, 2, 1. Хорошо. По завершении каждого испытания подопытному следует пройти в изоляционную камеру. Обратите внимание на поле раскаленных частиц у выхода. Это экспериментальное поле антиэкспроприации лабораторного оборудования аннигилирует любой оказавшийся в нем предмет, не подлежащий выносу. Например, экспериментальный утяжеленный грузовой куб. Поместите экспериментальный утяжеленный грузовой куб на 1500 мегаваттную экспериментальную сверх. В смысле? А, ну вот, спасибо. Так. А где этот сраный куб? А, ну вот. Он же должен открыться, портал. И HP Potential. Да-да-да, HP Potential. Та-та-та-та-та. Немедленно покиньте исследовательскую камеру. Я не могу. Воздействие излучения кнопки на организм не является частью. Так, все, заткнись. Так, а за каждую вроденную комнату мне 100 рублей присылаете, понял? Уже тупо 200 должны. Иван Смарт так просто не решает такие сложные задания. Очень хорошо. Обратите внимание, что привкус крови во рту не является частью эксперимента и вызван побочным эффектом работы поля, который в относительно редких случаях может вызывать разрушение зубных плот, коронок, эмали и самих зубов. Не донат, а донейт просто. Я убрал донат. Ну что две команды на донат? Что это такое?
Теперь вы вооружены опытным образцом экспериментального переносного устройства создания порталов. С его помощью можно открывать порталы. Доказано, что межпространственные путешествия абсолютно безопасны. В отличие от самого устройства. Не касайтесь рабочего конца устройства. Не смотрите непосредственно на рабочий конец устройства. Не погружайте устройство в жидкость, будь то полностью или частично. И самое главное, ни при каких обстоятельствах не пытайтесь вынести устройство за пределы лаборатории. Блять. Проследуйте в изоляционную камеру. Не упадите. Отлично. Помните, день открытых дверей в лаборатории и исследования природы порталов – удачная возможность подвергнуть испытаниям ваше семейство. Да-да-да, я жду. Добро пожаловать в камеру номер 4. Вы делаете успехи. Так. Бум, блядь. Так, секунду. Мне надо сюда. А я могу уже право или еще нет? Оно здесь. И оно типа, его нельзя никак поменять. То есть он по-любому здесь будет. Не, ну это бесполезно. А может мне прям туда как-то надо попасть? А тут не было ничего? Все, начались проблемы. О, блядь, а это что такое? Да-да-да, 500. В соответствии с протоколом тестирования, в следующей камере наблюдение за испытуемым отсутствует. Никто не придет вам на помощь. Удачи! Я думаю, еще как так. Так, время гайдов. Сейчас, подождите, я напишу. Все. Так. Стопы. Этот сюда. Мне нужен еще один. Господи. Бам-бам-бам. Эй, иди сюда. Блять. С протоколом тестирования наше предыдущее утверждение об отсутствии наблюдения за камерой было намеренно ложным. Отлично. В соответствии с протоколом тестирования с этого момента мы перестаем говорить правду. 3, 2, 1. Thank you.
Несмотря на то, что одним из девизов экспериментального центра является безопасность испытаний, высокоэнергетичные шары, образец которых невероятно, может вами гордиться. Лэзи Фэк, чё? Да я не хочу, блядь, ты заебала, два часа ходил, я слушал, хочу что-нибудь отключённое. Если мне раздел игр, я бы мог заняться вашим чудищем, но не бесплатно. О, Супер Витбой, спасибо тебе, дружище. Хитрый банкир забайтил на донат, а моего потенциала пока только хватает на полкомнаты. Ну ничего, я подожду 10 лет, когда ты разбогатеешь, и буду богатеть вместе с тобой. Правила требуют установки звуковой сигнализации на всем мобильном оборудовании. Между тем, мне надо себя заткнуть. Кизву и яркий свет раздражают высокоэнергетические шары, вследствие чего сигнал... Хорошо. Воспользуйтесь нестационарными экспериментальными лицами, чтобы достичь изоляционной камеры. Что там интересненького в патче по гвинту, я не могу говорить. Ну, там все поменяли вообще. Опять! Мы сегодня сидели с геймплеем, разбирались, это был просто пиздец. Там еще багов до хера. Посмотрим. Надо байти. Да-да-да, больше мне нужно только донат. Только обмазываться. Вот так вот. Да. Обратите внимание, что в этом испытании добавлено наказание за ошибки. Любой контакт с полом камеры приведет к пометке «Неудовлетворительно». На вашем бланке тестирования и немедленной гибели. Удачи! Также. So you can light your cigars with 500 bucks. 50 bucks, это, блять, сколько? 3000 примерно, 2700. Да, заебись. Так, он уже включен, да? А, ну все ясненько. Бум. Лидеров, блять, я не могу говорить, ребятки, серьезно. На меня сильно надеются. И я не могу прервать кредит доверия. Заметьте, что иллюзия угрозы. Они тем более могут все на 18 еще поменять, то все равно. Чтобы у вас остались как можно более яркие ощущения от испытаний. Я больше охерел того, что воробья забанили, он создал фейк, и по-моему тоже забанили. Пиздец, конечно. Я ничего не могу говорить про патчик. Он не американский, он немецкий шпион. Натюрлих? Я. 900 рублей я уже, по-моему, думаю. Даже не пытайтесь искать решение. А, типа нельзя? Ок. Мне надо тогда... Экспериментальный центр приносит вам свои извинения за неисправность камеры испытания. А если я вот так вот сделаю? А, мне даже не... А вот так вот, так. Бум. Поразительно. Вы сумели сохранить решимость и присутствие духа в специально созданной атмосфере глубочайшего пессимизма. Я прошел вот класс, все, блять, успокойтесь. В субботу дойду. Ну что, мне сидеть, блять, все, я половину игры уже прошел, даже больше. Осталось эти шахты пробраться и все. И так тут нормально прошелся.
просто сверхразум, блядь. Понимаете, что вы вообще сидите на стриме сверхразум, потом будете вспоминать об этом. Здравствуйте. Пап, еще что ты помнишь самого хорошего и счастливого в своей жизни? Я был, говорит, на стриме сверхразума. А, мне надо на сильнее сказать. Вот так вот. Бля, а ты ему задонатил 100 рублей? Он говорит, нет, сынок, ну ты и мразь, блядь. Пиздец, ненавижу тебя. Так, что у нас здесь? Нихуя себе. Так, подождите, стоп. Он здесь. То есть мне. Ему, может, сильнее надо прям... Ура, вот так, да. Замечательно. Вы начали понимать, как проход через портал влияет на кинетическую энергию тела. О, тут появится. А именно никак. А именно никак. Гениально. А, стопэ. Пу-ру-пу-пу-пу. Между порталами продолжает действовать закон сохранения энергии. Говоря языком дилетанта, что быстро влетает, то быстро и вылетает. Что-то в ОГН не хотел играть. И в метро, что как бы, ну, один бегать, стрелять. Потом решил что-то подумать. Мозги размять. Эксперименталь центр гарантирует абсолютную безопасность условий каждого испытания. А в опасных условиях экспериментальный центр предоставляет помощь в виде полезных советов. К примеру, контакт с этим полом вас убьет. Постарайтесь этого избежать. Чё, блять? Ай. Привет, Саш. Тебе, кстати, за немецкий прайм дадут бабосиков? Слушай, я хер его знает. Экспериментальный центр гарантирует абсолютную безопасность условий каждого испытания. А в опасных условиях экспериментальный центр предоставляет помощь в виде полезных советов. К примеру, контакт с этим полом вас убьет. Постарайтесь этого избежать. О, здрасте. Блять. Ну давай, давай, давай. Остальных вернут? Нет, я думаю, не вернут. Чё-то я, по-моему, игру сломал. Как он, блядь, проходит эту игру? Это просто охуеть. Ты уже проходил?
когда он только вышел. Ну не больше донатов со стримов ХС. Но сегодняшний донат побил рекорд Алекс Макса. Так, а здесь что надо сделать? Типа надо... Бум. Бум. Угу. Еще раз, значит. А, все понял. Сюда. Па-па-па-па-па-па-па. Так. Мне надо вот сюда вот. То есть, вот надо вот так вот. Фу. Так, а здесь я никак не пройду, да? А, ну, окей. Так, дверь там открыта. Полетели обратно. Не знаю, сколько это уже IQ, например. Поскольку вы научились свободно оперировать двумя порталами сразу, пришло время для очень-очень долгого испытания. Если от жажды у вас закружится голова, смело падайте в обморок. Вам ведут трубу и вернут вас в чувство с помощью адреналина и касторовой мази. Так, отсюда не прыгнуть, шар здесь, то есть, если я отсюда, например, выйду, да, а если что, помогу туда потом попасть, эта хуйня отбивается. Так, давай, иди сюда. А, надо опустить. Хорошо. Но если я ее уберу, то есть, например, я сделаю вот так вот, и вот так вот, да? Вот так, хобана. У меня будет уже здесь. И чтобы мне его воткнуть, например, вот сюда вот. Вообще кнопка-то есть? Нет, ну да, и еще вот сюда вот. Опять. Сюда вот. А что произошло-то? А, я могу забрать. То есть, если я нажимаю, я могу второй кубал взять. Ага. Ну, значит, все, поехали. Сейчас подождем. Созлак 214. Да. 4, блядь, на 7. Я, бывает, просто сплю, не стримлю, а люди присылают. Просто в аху, полнейший. Ох. Привет, Карась. Как у тебя дела? Давно я тебя не видел у себя. А может, и видел, но пропустил.
Встречу внизу. Что они могут быть подвергнуты проверке на соответствие данной работе. Проверка на соответствие не требуется и не будет произведена. Вы идеальный объект исследования. Понял. Бум. Бум. Так, и нахуй мне нужен? А, мне надо туда его отправить. Второй? Легче, что второй будет? Ну, думаю, да, мне нравятся портальчики. Так. Отсюда я пришел, мне надо попасть туда. Чтобы попасть, надо эту хуету, блядь, запустить. Да не дропнул я, блядь, вот лаз. Ну просто сегодня надоело. Че, мне всю ночь в него играть, что ли? Блядь, что-то надо включить здесь. Что-то шаров-то я тут не вижу. Шаром покати. Может, он здесь летает? Ох. Ох. Так. А я там синий, да, сделал? Ну, если надо оранжевым выстрелить. А, я думал, он по этой будет двигаться. Давай, давай, давай. Второй же там в копе можно пройти. Надо взять кого-нибудь с собой. Может, фанки взять, в копе попроходить. Заботиться о физическом и психологическом здоровье участников испытаний. По завершении программы вам предложат тортик и возможность выговориться перед дипломированным сочувственным слушателем. Благодарим вас за помощь. Помощи нам помогать всем вам. Ага. Так, дела. То есть, если я отсюда прыгну. То есть, это оранжевое. Бум. Бум. И оно надо, чтобы попало туда. Но чтобы туда попасть... туда попасть. Мне надо... Я даже не выстрелю. Но я могу пройти. А, ну так все просто. Блять, опять я усложняю. А, оно срывается. Ага. Так, ну тогда мне надо вот так вот, вот так вот загнать его сюда. Вот так. Блять. А.
Так, 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 так. Здесь у меня все заработает, лифт опустил, все четко. Блять. Так, здрасте. Опять что ли прыгать надо? Ладно, понял. Так, это у нас синяя. Прекрасно выглядит, близко синий играет, за 100 лет зайду. Да мне потом мне так комфортно просто. Мне так нравится. Блять! Спасибо, Ирайка. Я донат не передел, это сап не передел. Так, он летит туда. Эта хуйня не двигается. Пиздец, чуть не обосрался. Так, ладно, синий. 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 Угу. Мне надо, чтобы он четко попал. Блять. Что если вот так сделаю? Или можешь мне вообще как-то так. Не, он мимо. Сука. Блять! Я сам здесь 25, да нет. Где углы по попаданию? Да я уже понял. Надо просто выстроить. Ебаный урод. Хорошо. Если я... Блять. И этот попадет, так и этот так попадет. Блять, что-то херово пиздец получается. Если и так сделаю, он просто будет биться. Вот так, бам, сюда, бам, бам, бум. То есть, так идет, отсюда идет, отсюда, и он обратно полетел. То есть, мне надо, получается, сделать его в другую сторону, может, сюда? Скрою стенки у портала, не знаю. Сука. Мама! 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 Какие там минус 100, блядь, там один медбой только оценил мои способности, ебать, что происходит. А, так мне надо, типа... Еще что ли испытание, нихуя вы можете, умственные способности. Мне как-то туда надо попасть. Хорошо. Если я кнопку тыкну.
Одна. Блять, тут надо на скорость, короче, я понял. Все, мне интересно. Какие рандомычи вообще? Вы о чем? Мы тут хейсером какой-то. Из-за проведения плановой технической проверки мы заменим это испытание полосой препятствий для солдат-андроидов. Центр извиняется за причиненные неудобства и желает вам удачи. Не трогай меня. Блять, что такие жесткие, а? Пиздец. Зайди за поршень. Ебать, все засрали. На стене? Че на стене-то? VK, злай. Да, типа что тортик это неправда. Да. Ну что это какой-то пиздец. Ой, блять, пиздец. Это что, все заново слава? А, слава богу. Из котла кубики. Я уже не помню. Провалился.
бум. Центр вновь напоминает тебе о том, что ад для андроидов не миф, а реальное место, в которое ты отправишься при первых признаках неповиновения. Кстати, надо обновить. У нас список сабов-то, я думаю, поменялся. Нет, конечно, нет на автомате ничего. Сейчас, секунду. Нет, так же осталось, потому что были дни переподписки. Сейчас из решетки доставки лабораторного оборудования появится грузовой куб. О, меня любит. В этом испытании грузовой куб станет вашим верным спутником. Заботьтесь о нем, как о друге. Так, а мне никак не пройти туда? Ну ладно, поехали. Я думаю, как-то можно будет побыстрее пройти. Тихо. А, он не ломает, типа, ему похуй. Испытания часто вызывают такие побочные эффекты, как мнительность, галлюцинации и одушевление неодушевленных предметов. Экспериментальный центр напоминает вам о том, что грузовой куб не может... угрожать перерезать вам горло и даже не умеет говорить. Сука. Так. То есть мне надо отсюда. Он вниз пойдет. Отсюда нельзя, отсюда надо, чтобы сюда. Так. То есть он надо, чтобы прямо пролетел. То есть если он ударится сюда, отсюда он прямо полетит. Ага. Хорошо. Нет, вот так тогда сделаем. Вот этот рыжий сюда. Синий сюда. То есть мне надо сразу было синий сюда поставить. Сейчас он полетит. Бум. Блять. Сука. Это было круто, о да. Блять, как мне сделать-то все? Он ударяется. Потом прямо. Может быть, еще ниже? Так, хорошо. Ah.
Пиздец. Бам. Блять, ебать, я усложнил все. Пиздец. Вот просто охуеть. Как же я, блядь, все усложнил. Насколько все это можно было бы сделать проще? Купин разря бросил. Я думаю, кубом надо переправить. Сижу такой, думаю, надо же потолкнуться еще чуть-чуть. Блять, сука. Где, а где кубик? А, я кубик, кубик потерял. Кубик, кубик, кубик. Да блять. А? Опять кубик просрал. И как мне это сюда принести? Ну, это тут уже не вытащится. Так, ладно. Или мне надо внизу оставить? Блять, что же мне сделать-то здесь? Что таки не понял. Если мне надо вот эту хуйню. Вот это вот. Мне надо забить шаром. Да? Ох, ебать его в рот. То есть мне надо успеть открыть это. Ох, ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. То есть надо... Ну, куб нельзя оставлять здесь, потому что он тогда не ударится. О, господи. Не понял. Че, он уже все, что ли? Блять, надо еще дальше смотреть. Пиздец. Это не тот, надо другой. Этот-то уже отбил свое. Мне нужен вот та хуйня, блять. Это синяя. Оранжевая здесь. По идее, все четко. Блять! Сука! Не смешно, блять.
Что так медленно идет? Так, синий здесь, синий нельзя прервать, только оранжевый мне уже нахуй быть не нужен, потому что мне по сути надо только кубом там играть. Играть кубом. Не понял. И как мне надо пройти это? Так аккуратненько, что ли? Блять, мне надо успеть его поставить. Или не. Мне надо вот так вот сделать. Вот так вот сделать. Вот это сюда. Да. Ну все, я понял, блять. Сейчас я быстро встану. Как только полетит, я сразу встану. Да давай, сука. Давай. Бум, блять. Просто бум. Так, этот лифт вообще будет, нет? Или опять надо на него залететь? Блядь, опять на него лететь, что ли? Пиздец. Ух, ебать! Что, блядь? Ладно, вот так вот сделаем. Куб возьми. В смысле куб? А, надо друга взять, сука. Ладно, сейчас друга возьму. Иди сюда. И сюда мой маленький друг. Да пиздец! Да ты охуел! Давай. Теперь сам к другу. Пиздец, ну дай. А. Ничего не говорите, блядь. Пройдено. Блять. К нашему сожалению, он не сможет перейти с вами в следующую часть испытания и, как следствие, должен быть уничтожен. Нет. Ответите вашего приятеля к экспериментальному экстренному уничтожителю разумных особей. Нет, я не хочу убивать. Кубик. Брата убийца, блин. Чем кто-либо из предыдущих испытуемых. Это рекорд. По ссылке, да, надписи на стене про кейк и залай. Близится к завершающей фазе. Экспериментальный центр напоминает вам, что вы торт. Я торт? Охуя себе. Добрый вечер. Ха!
Так, ладно. В жопу это все. Грутовый профан, про портал, да. Все с ним было норм. Чего? А, да, может все опять проще. Так, мне надо теперь туда попасть. И при этом... Чё, блять? Так, блядь, не трогай меня, сука. Так, туда теперь, да? Так, так, следующее. Я чуть не зависла. Бум! Чё, не попал, что ли? Бум! 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 Ебать, это надо все их перебить. Просто охуеть. Так, ладно, теперь здесь. Так, этот есть. Бум, блядь. Так, что мне теперь надо сделать? Я даже... Так, ну это, наверное, надо вниз прыгнуть куда-то. Так, там кубан. Отсюда не прыгну, отсюда не прыгну. Эти что-то летают, летают, летают. Что мне надо сделать? Ну подождите. Не все так просто. Блин, что за хуйня? То есть сюда я не попаду. Тут все закрыто, да? Это невозможно. То есть мне надо каким-то хером ее открыть. Как ее можно открыть? Почему так сложно? Туда я не попаду. Так, если я прыгну сюда. Кнопка внизу, тут нет кнопки, вы о чем? Какая тут кнопка? Нихуя нет. Я, конечно, могу посмотреть, но я не сомневаюсь, что тут что-то есть. Ебать. До этого играл очень давно. Офиги нахуй. Нету тут никакой кнопки. Кнопка вон она. Я не знаю, как мне туда попасть.
Надо до нее лететь. Каким, блять, образом мне до нее надо лететь? Вот отсюда, что ли? Да я охуею. Тут никак ничего не сделать. Блять, ну ладно, ок. Как мне еще-то до нее добраться? Сука. Отсюда я ничего не сделаю. Оттуда тоже. Могу вот так вот сделать. Ну что это мне даст? Сейчас я, блядь, куда-нибудь наебнусь. Пожалуйста. Вообще, для чего мне это надо было? Да, блядь, вон она кнопка. Хорошо, если вот отсюда вот. Да, ребята, отлично. Подождите, я лечу, то есть я могу еще сильнее полететь. Я могу сделать оранжевую там. Да? То есть если я сделаю, например, вот так вот, то я сейчас полечу вот так вот. В смысле, да вот. А, вот еще кнопка. Сука. Откуда? И все, и так быстро? Вы издеваетесь. Раз, два, три, четыре. Все. Это мне надо отсюда, чтобы он успел сюда попасть. Это, блядь, нереально. То есть мне надо сделать вот так вот. Я даже не знаю. Хорошо, вот так вот. Он выстрелит сюда. Вот он летит! Вот он летит! Просто охуеть. То есть я даже не заслужил вообще никакой похвалы за это. Я тут стараюсь, мозг, блядь, ломаю. Есть тупо хейтеры. Это где, что включается? Где что включается-то? Так, стоп. Кого, она отодвигается. Типа это надо съебаться обратно. Это мне дано, чтобы съебаться обратно или как-то прыгнуть. А если вот так вот сделать, так вот хобана. Вот так.
Так. Что мне сделать с шариком? Мне же надо прыгнуть, да? Кубан. Шарик, почему шарик-то? Блять, ладно, я без вас справлюсь. Спасибо, Иван. Спасибо. Так, кубан здесь. То есть мне надо туда теперь попасть. Мне надо туда прыгнуть и короче, открыть, и обратно сюда, и так далее. Пиздец. Давай. Так, хорошо, это сюда. Это туда. Бум-бум-бум. Я справился. Блять, только не говорите, что опять. Крушена. Все, конец. Еще что ли, Лео? Это что, блядь, за сложничи начались, пиздец? Да вы охуели. Конец. Уже конец игры? В смысле, серьезно? Серьезно? Я просрал. Ой, блядь! Так, хорошо, оранжевый будем менять. Чтоб я не путался. Вау. Следующее испытание предполагает контакт с неизолированными электроприборами, что в определенных случаях может представлять угрозу для жизни. Для получения более полной информации посетите наш экспериментальный семинар по безопасному обращению с электричеством. На каком-то, я не знаю, я сбился счет. Уже?
Закончив, опустите устройство в ящик возврата оборудования. Это тут 3 часа, наверное. Экспериментального центра предписывают испытуемому продемонстрировать пустые руки перед тем, как получить торт. Торт. Так, и он открывается, и мне надо туда загнать. Так, главное координация движений. Ой, блядь. Ай, блядь. Впереди последнее испытание. Тортик. Закончив, опустите устройство в ящик возврата оборудования. Правила экспериментального центра предписывают испытуемому продемонстрировать пустые руки перед тем, как получить торт. Ебать. Я опять сложность слишком придумал. Тортик. Поздравляем, испытание окончено. Все приборы лаборатории порталов выдерживают температуру до 4000 градусов по Кельвину. Будьте спокойны, оборудование не выйдет из строя и не причинит вам вреда до того, как вы торжественно обратитесь в пепел. Благодарим за участие в экспериментальной компьютеризированной программе обогащения опытом. Прощайте. Это не похоже на тортик. Большую вечеринку. Положите устройство на пол и лягте на живот, прижав руки к телу. Ожидайте появления распорядителя, который отведет вас на вашу вечеринку. Больше не пытайтесь покинуть камеру испытания. Это отсюда? Примите позу ожидания, если не хотите пропустить вечеринку. То есть я отсюда, сюда? Не могу понять. Мне куда-то сюда надо или что? А, дверь открылась снова. Я думал, они все закрыты. Так, это я оттуда. А, тут без разницы, да? Понял. То есть мне... То есть мне что надо сделать?
Куда как-то попасть? Пиздец, заебись. Ну сюда я ничего не сделаю, не пройду. Туда я тоже не пройду, да? Блять, еще что сделать? А, стоп. Как-то сюда туда попасть, блять, долго еще до конца. Да вроде нет. Сука, блять, хорошо, если прямо отсюда. Да. Сука, нет. Еще что ли выше? Так вот совсем. Есть. Мне, наверное, дальше. Так, это та дверь. Что-то не могу понять. Бля, здесь я ничего не сделаю. Здесь я вроде тоже ничего не сделаю. Что за дела? Не, ну это я понимаю. Может, и в ту сторону? А, ну да. Хорошо, тогда я вот так вот сделаю. И вот так. Уа! Что ты делаешь? Знаешь, ты ведь еще не сбежал. Нет, тут ничего нельзя разбивать. Ты идешь не туда. А, ты здесь. Блять, здесь что? Что-то сложничает, а? Ой.
Так, мне надо оранжевую. Блять, опять. Туда. Ты, по-твоему, идёшь, по-моему, совсем не туда, куда ты думаешь. Заткнись, блин. Это мне надо под этим платформам по всем забраться, да? На-на-на-на. Какие собачки? Нет. Я уже в портал играю. Страшно? Нет, абсолютно. Просто заебало, блядь, бегать мне. Вот так, да. Немножко я не выдержал. Пойдешь в портал со мной в кооператив играть? Ну, чё ты? Ну, чё ж ты так сразу? Блядь, мне надо как-то сюда попасть. Может быть, ну, типа, вот так. Так вот. Не знаю. Блять! Не знаю даже. Где? А, с одним сувбоксом? Но я не читаю иногда. А, ну это опять, наверное, про ачивмент. Пиздец, мне раздавило нахуй. Блять. Блядь, да что за хуйня? Мне, наверное, надо опять сюда. Да, блядь! Тщательного, блядь. Блядь, мне концовка осталась. Которая работает. Нахи молоско, понимаешь? Блять, пиздец. Заебал. Ну дай мне, ну куда? Ну блять. Это пиздец, я не успеваю, мне не успеваю повернуться куда надо. Ну да.
Ой, блядь. Ой. Нет. Пока что. Блядь. Чё ты смеешься? Друг его тоже ушёл. Я уже это паладину-то дал модерку. Нет, почему палку сдают? Это я не рушу. Ну, не появляется. Естественно, что не поделать. Уже кончу не поспомечать. Ну, не смогу. Надо отсюда. А, мне надо отсюда упасть сюда. Блять, еще. Сука. Мне надо вот так. Не ко мне, балбес. Тебе нельзя здесь находиться. Это небезопасно. Я как-то решил, что ты порезаешь, что это смешно, да? Блять, что? Блять, что за пиздецы? Куда мне попасть? Рабиться, рабиться, рабиться. Мне тебя искренне жаль, ты даже не там, где надо. Нужно было сворачивать налево. Знаешь, все это даже забавно, если подумать, потом... Не один фут сюда надо. Да, да, понятно. Отсюда, но надо дождаться. Это долго еще будет? Вот эта вот ходьба до босса. Или до куда, я даже не знаю. Ч
такой кейс, не знаю. Ошибка. Ты нехороший человек, ты сам это понимаешь, правда? С хорошими людьми такое не случается. Я здесь, ты слышишь? А, я тут был. Так. Мне надо как-то наверх забраться. Спасибо. Мне надо как-то забраться наверх. Вот так. Я уже не шучу. Вернись, или я убью тебя. Я тебя убью. А торт, кстати, уже съели. А тебе все равно, да? Это твой последний шанс. Блять. А чё? Вы чё, издеваетесь? Ну, ясно, короче, невозможно. Он коряво стреляет, думал убить его нахуй. Так. Хорошо, я здесь. Как мне попасть туда? Нет, это мне не поможет. Ух, бля. Не наверх же, бля. Подождите, может мне надо сломать? Может мне надо... Привет, я здесь, я здесь. Все, изи. Так. А туда мне как? Хуй его знает, что с ним тут делать. Может это разбить? Genius, genius.
Я там сделаю этот, мне надо оранжевый. Весит. Блять. Да блять. Может, они вообще не в ту сторону, мне надо, блять, мне надо вот так вот. Не, подождите, я хочу туда забраться, к примеру. Тут я ничего не сделаю, и тут я ничего не сделаю. Хорошо, если вот так вот сделаю. Блять, я еще думаю, ну не долетит же. Так, мне надо наверх. Вот так вот сделаю. Блять, спина болит. И, например, и вот так. Так, синяя здесь, оранжевая там. Сейчас все сделаю. Ой, блядь. О. Так. Оранжевое. Оранжевое небо. Оранжевое.
Разбить мне только сердце. Давай на этом и остановимся. Но мы оба знаем, что так не будет. Ты сам принял решение. У меня для тебя есть сюрприз. Активация сюрприза через 5 секунд. 4. Стой. Минутное перемирие. Произошло что-то странное. Видишь ту часть, которая от меня отвалилась? Что это? Странно. Раньше я ее никогда не видела. Ничего страшного, разгадаю эту тайну потом. Сама ты будешь уже мертв. Куда ты ее понес? Я бы не стала трогать эту вещь. У меня такое предчувствие, что ты только усложнишь себе жизнь. Я не хочу лезть не в свое дело, но на твоем месте я бы этого не трогала. Думаешь, я пытаюсь тебя запутать с помощью реверсивной психологии, да? Как не стыдно. Ага. Хорошо, давай. Подними это, возьми и приладь на место. Давай, говорь. Что, издеваешься? Ты действительно бросил экспериментальный прибор неизвестного назначения в экстренный уничтожитель разумных существ? Это был самый неумный поступок из всех, что... Ого. Ух ты. Хорошие новости. Я поняла, что это был за прибор. Набор моральных принципов. Мне его установили, когда я распылила в центре смертельные нейротоксины. Чтобы я прекратила распылять в центре смертельные нейротоксины. Располагайся поудобней, пока я подготовлю распылители нейротоксинов. Оказывается, этот прибор отвечал не только за принципы. У меня не получается отключить пулеметы. Ну что ж, если хочешь совет, поставься под ракету. Поверь мне, смерть от нейротоксина гораздо мучительнее. Хорошо, можешь дальше поступать по-своему. Мое желание убить тебя не исключает готовность помочь. Я бы на твоем месте все же выбрала ракету. Никакого отношения. Это устройство каталитического крекинга. Оно делает тапочки для детей и рот. Сломал. Молодец, герой. Это не храбрость. Это убийство. Что я тебе сделала? Разница между нами в том, что я чувствую боль. А тебе все равно. Что это? Ой, что это? Что это? Блять, он не... Ой, на этом чем-то циферки. Ой, только посмотри на это. И на это я сказала, а тебе все равно. Ты что, не слушаешь ногами? Чувствуешь, что-то горит. Ты еще придешь. Нет. А, думаешь, ты сумел мне навредить? 2×2 — 10. Выхожу на вторую базу. Видишь, я как новенькая. Я до сих пор тебя не убила, потому что мне было любопытно наблюдать за твоим поведением. Ты только что уничтожил центр, отвечавший за любопытство. Увы, как бы мне не хотелось, я не могу ускорить действие нейротоксина. Вот, блядь. Я только замечу, что предоставила тебе все условия для победы. Организовала вечеринку, грандиозную вечеринку и приглашен и твой приятель Кубик. Разумеется, он не смог прийти, потому что ты хладнокровно оборвал его жизнь.
Ладно, ты и твои приятели не пришли, потому что больше у тебя нет приятелей. Потому что ты на редкость неприятная личность. Один твоем на килограммовый казана. Неприятная личность на ваш верный человечишка, который проведет лажури. В три четверти у меня родительного масла. Четыре крупных пицца, святоча забы. Красиво сказанного печенья и правильно. Тут еще... Это токсин. Это смерть. Я задыхаюсь. Я шучу. Надеюсь, ты уловил в моем тоне глубокий сарказм. Я могу купаться в нейротиром. А они совершенно безвредны для меня. А вот для тебя встреча с ними будет далеко не такой приятной. А кто испечет торт, если меня не станет? Ты зря тратишь время. Поверь, у тебя его осталось не так много, чтобы разбрасываться и понапрасну. Чего ты хочешь? Остаться живым в таком случае? Не советую причинять мне боль. Я просканировала твой мозг и делала копию. На том случае, если произойдет что-то, будет довольно скоро. Если мне не веришь, то слушай. Ау! Это твой голос. Это примитивно звучит. Все? Хромакей сломался. И сзади меня пукан дымит. Не, а вторая задача сложнее, я помню. Надо в копе пройти будет с кем-нибудь. Блин, графен даже сейчас смотрит вполне нормально. Помогите нормально пошутить человеку. После Е, после H и потом E. О, тортик. Cake is not a lie. Я такой тортик съел. Анимация лицо еще лучше, чем в Андромеде. This was a triumph. I'm making a note here.